Наташка, ну ты ж хотела ребенка. Я не хотела его терять. Не хотела, тебе мама скажет. Терпела, но настал мой предел. Я больше не могу. Не могу я. Да, ты всегда поступаешь по-своему. Со мной не считаешься. И сейчас так же поступишь. Но только запомни. Знаешь, если человек сделал не как хотел, поддался воле, страху или какому-нибудь другому давлению на него, то после и жалко, и стыдно будет. А уж ничего не переделаешь. Терпи. Откроется вроде второго дыхания. Легче станет. Человек ведь это такой прочный механизм. Черт, что может вытерпеть? Терпи. Я думала, ты наоборот рад будешь. Ну,